5 лет назад мы начали проект «Пятница хороших дел». Заключается он в том, что мы раздаем горячие обеды по пятницам, иногда и посреди недели, ветеранам, жертвам Холокоста, матерям-одиночкам и алим-хадашим. Это проект, который существует в Петахтыкве. Иногда бывает, что люди обращаются из других городов. К сожалению, мы не можем помочь всем. Это все идет из дома. Мама с папой всегда помогали людям, другим, соседям, друзьям и так далее. Мама меня всегда учила, что если ты можешь помочь человеку, помоги ему. Не можешь, постарайся найти того, кто может ему помочь. Равнодушие – это самая плохая черта, которая может быть у тебя. 5 лет назад мне позвонила моя подруга и сказала, что есть соседка, мать-одиночка, которая еле-еле сводит концы с концами, ей очень тяжело кормить своих детей. Я поняла, что пройти мимо невозможно. И так это началось, мы начали помогать. Со временем это выросло в проект, который мы назвали «Пятница хороших дел», потому что мы занимаемся этим по пятницам. У меня 2 детей, которые растут в этом городе. Мне очень важно, в какой среде они находятся и что будет вообще с нашим городом. Это одно из важных вопросов, которые меня интересуют. Так сложилось, что я занимаюсь слабыми, людям, которым нужна помощь. И я прекрасно понимаю, что если не я им помогу, то кто? Мы люди дела, молодые, не безразличные. Нам болит, нам важно, что происходит в этом городе. 85% бюджета уходит на религиозный сектор. Наше светское население не получает ни дотации на школы, ни дотации на кружки. Грязные школы, не отремонтированные. Мы хотим изменить это положение, это несправедливо, но для этого мы все в этот раз должны встать и прийти на голосование. Все, что происходит в городе, если мы в этот раз, русскоязычное население, не пойдет голосовать, мы просто вернемся на 20-30 лет назад. Этот день выборов – это день выходной, я все понимаю. Но очень важно, чтобы вы пришли на избирательные участки и проголосовали. Вы прекрасно знаете, что происходит в других городах. К примеру, Бейт-Шемеш, вы знаете, что там происходит, я не должна вам это говорить. Потратьте 3, 5, 10 минут вашего времени и повлияйте на ситуацию в нашем городе.